Югорчаны предлагают помочь тем, кто из-за болезни теряет память. Каждые 3 секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией. Сейчас таких людей более 50 миллионов. И эта цифра продолжает расти. Причем возраст больных снижается. Волонтеры фонда Altruz запустили кампанию под названием Memory Donation. Для тех, кто готов помочь, нужно зарегистрироваться на сайте акции и поставить под любым своим фото в соцсети соответствующий хэштег. Таким образом, ваши фотографии смогут купить пользователи фотостоков, а вырученные деньги пойдут в фонд, который помогает больным.